А знаешь, что я пока сделаю? Что? Проверю сервера Кваки. Ну, проверь. Ну, вообще, чисто зарофлить мы можем в обычный квейк пойти. Да, его настраивать, да, геморно. Это немного не то. Его реально геморно настраивать. И там не пишет, типа, не говорит себе, товарищ анонсер, 15 секунд до квада. Ну да. С этим могут возникнуть хотя, проблемы. Возможно, я зря это сказал, и сейчас это, у меня заберут инвайт, и тебя забанят Twitch-канал. Вообще, кстати, да, такой может быть. Так что минимум информации, Мерв, минимум. Там АФК пипсина. А, не показалось. Я в таком состоянии, что мне кажется, эта игра будет очень легкой. Да. Действительно. Блять. Ты был прав. Насколько же ты был прав, Мерв? У меня аж повысили до бронзы тоже сразу. Вообще, знаешь, какая у меня была идея? О чем я говорю? А, короче, если кто-то будет спрашивать про квейк, начинать рассказывать не про квейк, я-то еду. Ты? А про какую-то игру, которую я себе на телефон поставил, допустим, там... Чемпионы... Меча и магии. Ну да. Мне кажется, это может сработать. Блин, это какая-то супер драка инвалидов. Давай, Мерв, делай это. У-у-у. Я подыграл им. Я тоже. Я подыграл им опять, Мерв. Давай подыграем. Это мой тиммейт. Это тиммейт мой, Мервинг. Я сначала подумал, ты еще про кого-то. Почему Quake нельзя стримить? Потому что, ну, я не знаю, у них такая политика. То, что, типа, самая первая бетка, типа, не это самое. Самое смешное то, что я на всякий на форуме спросил. Потому что мало ли... Ну и причем я задал вопрос до того, как они везде начали писать, что нельзя распространять. А только в почте было, типа, нежелательно. Нежелательно. Ебать или лохи. И после этого сразу же написали они в Твиттере, типа, то, что все под НДА, и нельзя стримить, рассказывать и так далее. И сразу же там на меня набросились на форуме, ты уебок, зачем ты это написал и так далее. Да, это не из-за этого, я думаю. Хотя кто его знает, может, реально уебок. Не, там нет, сразу нет. После этого начали писать в Твиттере. Там вообще не было сообщений почти на форуме. Это же сколько я обосрался, 4... Мерв. Ой, блядь, что произошло? Мерв, какое-то дерьмо произошло. 4 утра примерно. Ух ты, у меня нитро нет. Блядь. Может, Сандра ты отдашь хотя бы? Я попробую, но, ты кажется, что? Не отдам я никуда ничего. Оставь. Ух ты, нихуя ты оставил. Берешь? Нет. Да. Блин, Мерф, у меня иногда дергается нога, когда я бью, это нормально? Но у меня не нога, типа, когда я резкий удар такой хлыстом делаю, я сам как будто вот это, телом подбиваю корпусом работаю. Понял. Я зафакапил сейчас. Плохо дал пас. Но я у кого не спрашиваю, кто в Рокет Лигу играет, такое у многих. У меня еще, знаешь, надо... Думаю, кто-то едет. У меня иногда дергается нога, когда... Ой, вроде хорошо, но я обосрусь. Иногда дергается... Ну, короче, ладно. Нога у тебя дергается. Ну, дергается у меня нога.
центр-центр будем? Я бы с радостью. Нихуя он отбил. Нихуя он отбил. Ёбаный в рот. Да я неудачно. Ну я там вроде не промахнулся, но... Там от меня, от него, типа, вот это вот дефолтный удар. Вообще у Игоря есть сабскрайбер, его зовут Квейк, он пишет только капы в чат. Нормально. Это так, минутка информации. Че хули он сделал? Минутка информации есть тысяча. Угу. Хорошо. У тебя там в чате это инфу сливает по Квейку, я бы... Это, ну, я бы не стал на вашем месте, ребят, вас могут забанить. Так нет, твой канал забанят. В смысле? Бля, не ФК-ста это, я даже не бью. Не стиль, не стиль. Отличный пас, Мерф. Все понятно. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Мне интересно, через сколько вообще все это выйдет дело. Мне интересно, когда сервера подымут, чтобы мы могли стримить герои, чемпионы, то есть меча и магии. Да. Не, на самом деле, это, знаешь, возможно, типа, политика такая, чтобы, мол, никто не знал про игру, это, типа, как там, что будет и так далее, чтобы хайп оставался, и чтобы был интерес. Да-да-да-да. Ну, даже мы сейчас сидим и создаем хайп, Мерф. Так игра кусок говна, что ее создавать хайп? Ну, кто да. Возьмет, деньги выкинет? Я не знаю. Бам. Стилить хотел, да? Вообще, знаешь, какая есть идея? Блядь, можно... только что Юпикайф, блядь, весь инсайт спалил про Квейк. Зачем это делать? Вообще непонятно. Теперь точно всех забанят. Не, он написал код больше убил. Есть два варианта. Либо поставить на Твиче первый Квейк и сказать, что это моды на первый Квейк. Или еще проще. Ну, слушай, как КС, типа, много было. Давай не будем. Давай им не будем забивать. Давай нам лучше будем забивать. Либо. Короче, в Skyrim же миллион модов, там, блять, вообще не поймешь, что это за игра, когда миллион модов наставят. Поставить Skyrim и сказать, что это, блять, Skyrim. Ты что делаешь? Ставишь и сказать, что это Skyrim. Мерф, так неинтересно. Они ставят АФК, типа, чем больше мы забиваем, тем дольше эта игра будет длиться. Ну я просто катаюсь стенами. Батя в здании. Ну, чем больше мы забиваем. Ну я не мог не попробовать это. Воу. Вот так мы проебали. Тогда. Я на центр даю. Ну шо? Ну шо? А это не центр, я обманул. Бля, кстати, нихуя. Блин, ну им очень тяжело играть, я прям смотрю на него. Не, вообще, конечно, да, хайп реально поднимается. Мне кажется. Ты смотри, сейчас привыкнешь рачить, и в следующей игре так же будешь. Ну зачем я это сделал? Они ведь даже не фарфейтятся. Ну ладно, зато сейчас, мне кажется, многие зрители могут подумать, что мы реально очень хорошо играем. Против ФК чела. Ну да. Ой. Ну я зарофлил, что-то бывает. Держим.
Блять, я что-то не поверил. Ты нормально делаешь. Это Мервинг. 10-0-0-0-1. Это 100 001. Да. Поздравляю с победой. Лучше бы они Half-Life Deathmatch переиздали. Но с движком первой халвы. Сто тысяч в скобочках 10. Так там 100. Ой, Меров, а то вне лечет тебя. Там 100 000. Точно? Последние единицы еще. Так, все, поехали. Мерф, это тут жесткие ребята очень, я прям чувствую. А, нет, показалось. Ух ты! И тут такой я, оп, и выбил мяч. Вообще в таких ситуациях нужно молчать просто, потому что творит этот парень. Да, я хорош. Езжай, хорош. Ой, случайно камеру отключил. Как это могло быть? Ну и как дерьмо. Как это могло быть? Но это я еще могу исправить. О, да, Мерв. Какой же ты уебок все-таки. Ну хули ты стилишь? Уебок. Я, кстати, первый спаун был. Всем насрать, вынимай. Мы же договорились, что ты всегда ездишь. Нет. О, слушай, у нас тоже, кажется, это было. Ты никогда же первый спал. Как не вопрос говорить? 4-2 у меня. Я тебя накину. Я вроде первый успеваю. Я за нитратом поехал. Нормально, 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 сбиваю. Бля, как так получилось? Они что, Иисусы? Ну, я выбил на тебя, ой, на него, то есть получилось. Ну, я на самом деле мог такой дефать, но я что-то подумал, что там ничего не будет. Это моя ошибка, я дико извиняюсь. Я все равно вчера тебя уебал жока, если когда у тебя минус 4 было. Да? Давай, Мир, делаем это. Обошел одного, второго. Пасик. Хуясик. Не пасик. Да почему, блядь, это происходит? Езжай, Мир. Не, может это просто реально Иисус игры какие-то? Привет, сладенький. Вот это-то собой. Привет, сладенький. Еще не упал.
Бля, я по вратарю не попал. Посмотри, потому что сейчас произойдет, они реально Иисусы. Отличная работа, Бир. Спасибо. Да, я слышал про Battlegrounds. Я даже скачал ее, но не играл пока еще. Обязательно посмотрю там. И это не шутка. Ну, Андрей, я же говорю, когда первый... Паун лучше тебе ехать. Я ж не успею банально. Да я просто что-то отвлекаюсь. Я не вижу, что первый, второй, там, так далее. Бля, вот это я точно не смогу взять. Когда вот эта камера так факапится, типа, вообще невозможно играть. Ой, я дам. Чуть-чуть дал. Сейчас попробую скинуть. Ёпти, ты грязь на скинул. У меня авария еще. Я забил, все в порядке. Это 3 минуты, все прошло. Ну, по-моему, ворота летело так нечестно. Как можно, блядь, так отдавать ворота, чувак? У них все ворота летит, понимаешь? Мне кажется, это какие-то реальные гипердрочи. Или просто у человека сегодня его день. Его лучший день в жизни. Дашь? Нет, я проверил. Блядь. Тоже проверил. Да, Мерф, я, короче, без нитро домой поехал. Ой, я сейчас попробую сдать. А, нет, ты попробуешь сдать. Так, потом он пробует. И я пробую. Ну и дебил, блядь. Я одного держу, но второй еще ударит. Я попробую. Блин, что-то сейчас будет. Что-то вот как-то вот так вот, Мерф, посильнее. Если еще раз сделаешь, то это наш. Нет, не наш. Как же его наебал. Ну, за нитро надо. У нас ничего не получится, Мерф, нам извини. Ворота. Дело не в тебе, дело во мне. Бля, хули не на своей половине, когда мы вносим. Почему они, блядь, сейчас не попадают каждый удар? Атаковать. А мы так атакуем. Сейчас, смотри, он выбит, как инвалидейшн. Нет, нормально выбил. Давай, 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 Мир, давай. Еще разочек. И вот это мой. Ну, там нормально, я обосрался. Я обосрался. А он? Блядь, его сейчас он попал по мячу. Я знаю, что делать. Как говорится, ту-ту-ту-ту. Мерв, если это бронза, то кажется, в 2 на 2 играют люди намного лучше, чем в 3 на 3. Хуже? Или лучше? А, ты потому что у нас там серебро? Да, у нас там потому что серебро, которое скоро превратится в золото, а тут у нас челик вот просто с бронзой 3 отхуярил. Да блин, ты ж видел, какую хуйню он забивал, просто бил. Но он даже не целился. Ну я не уверен, кстати, потому что на самом деле, может быть, он опытный и реально просто очень хорошо целится. Особенно чел с ником Доктор Зойберг очень опытный. Какой ты предвзятый. Блин, если ты пойдешь и про чела с ником Человек-паук, как ты думаешь, он будет ебашить? Я, кажется, только что все обосрал, Мерф. Не, они не ударили. Ну, Человек-паук? Может и нет, а вот Доктор Зойберг, я бы не делал поспешных выводов. Так, смотри, я на девчике, Мерф. Смотри, он такой хоп, летун. А я такой хоп, и пизда. Нет, все хорошо. Так, я с мечом. Я без меча. Ладно, короче, сам поиграю, я покатаюсь пока просто. Угу.
пам парам пам 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 Rocket League с самого начала стрима или было что-то еще? Нет, это стрим по Rocket League сегодня у нас весь день. ESL готовимся. Кстати, на ESL реально фасткапы проводят там каждые выходные вроде. Я думаю, это не для нас. По Rocket League. Если мы еще поиграем месяцок-два, то может быть это будет для нас. Хоть кого-то сможем выиграть, а так я не уверен в этом. Будешь в центре? Да. Я чуть не выбил. Ладно, он выбил. У нас так, проблемы. Что сделает доктор Зойбер? Зойбер в атаке. И внимание, Мерв. Блять, ну это было близко. Разверну. Но я не могу. Ну я не хочу. Бум. Пип. Я не знаю, этот парень слишком хорош. Доктор Зойберг? А, он опять не поехал. Только я в этот раз не видел. Там пизда, да? Не-не-не, я знаю, что делаю. Ну, теперь я... А, я все равно знаю, что делаю. Привет. Я даже не знаю, что и бля, сказать. Бля, там Буфон из ворот выехал изнутри. Спасибо за донат. Но, наверное, не надо все-таки. Мы тут показываем тоже неплохой ESL уровень. Ой-ой-ой. Вот такой вот, сука! Этот, ну, Мерв, вот эта игра, согласен. Это ESL уровень. У тебя переспаун. Спасибо. Я поехал к мячу. Бля, они реально рофлеры какие-то. Я думал, ты это в центре оставил. Отлично, выбил Мерв. Забрал нитро, выбил. Промах... Не, попал, хорошо, хорошо. Я думал, ты уже совсем... Они, кстати, нет, не берут такие. Ты зря уезжаешь сразу. Понял. Дашь? Нет. Понял. Хорошо. Я бы не забил. Но такие сложные, мне кажется, даются. Ты первый Мерв едешь. У тебя первый спаун. Вот, смотри, сбиваю. ESL уровень. Эти вот ребята больше похожи на бронзу. Доктор Зойдберг. Не, походу, ты был прав. Если доктор Зойдберг, то, скорее всего, все очень плохо. Kill yourself, you know no life comes. О, новая моя любимая поляна. Бля, и челы с одинаковыми никами. Ну, Mike the Pipe, что ты думаешь по этому поводу? Не, это нормально. Это он сидит и играет, ну... За двоих? Да, с двух этих джойстиков, да. Одной, один в правой руке, а другой в левой. Какого цвета, я не могу понять. Синего вроде бы. Бля, ну и дерьмо, Мерв.
Сейчас так попробую что-то из этого сделать, но, по-моему, все в дерьме. Мне кажется, он просто смотри, тут я вот полетел, как батя. Лол. Нет доверия, мир. Ну, честно, я не ждал, что он промажет по мячу. Никто не ждал. Давай дам. Я тебя оставляешь. Меня блочит, пидорас. Блин, тяжело. Вообще вот задроты Rocket League, они реально очень просто предиктят, куда мяч отлетит от стенки, но мне сложно. Но я стараюсь. Не, я просто не могу предиктить, ёбаный рот. Попадет чел по мячу в этот раз или нет? Я тоже не могу предиктить, блядь, попадет чел по мячу или нет. Я думал, ты же скажешь больше, того я не могу предиктить, попаду я по мячу или нет. А сейчас чел попадет по мячу или нет? Думаю, да. Когда вот такой значок переполучится, тогда и будет. А это точно не скример? Ладно, кажется, нет. Блин, люди так бунтуют, они еще не понимают, что если бы работал Quake, то вообще стрима бы не было. Хорошо, ладно. Ну, вообще, как бы да, но если и... честно. Если честно. Или секретный стрим, секретные игры. Да. Чемпионы, да, да, да. Меча и магии, ёбаный в рот. Будешь в центр? Да. Ой, я смотрю сейчас. Не, не дам, он не долетеет. А ты неплох. Спасибо. Мне за нитро прям срочно. Я тоже прям срочно надо отъехать. А, нам пизды дали. Не-не-не. Отражение. Называй меня Андрей Отражение. О, смотри, даю, красиво. А, ты тоже там был. Так, удар поворотом. Внимание, нет. От стеночки поворотом. Так, внимание, нет. Все, я повел, Мерв. Смотри, я повел. Теперь тебя действительно не слышно. Меня не слышно, Мир, потому что я не хочу с тобой разговаривать. Так я тебе помог. Я дал разгон мячу. Я тебе сейчас тоже, блядь, помогу. Не, я нормально. Я готов к такой помощи всегда. Так. Это не сложный был. Это был сложный. Я продолжаю играть. Нет, ты продолжишь. Я. Угу. Теперь я продолжаю играть. Теперь ты. Так я с тобой прям был рядом. Теперь я продолжаю играть, и ты. Ух ты. Блять, не получается перевернуться. А как же он плох все-таки? Mike the Pipe или Mike the Pipe? Mike the Pipe. Не, они. Ничего себе. Но я без нитро, Мерв. Я так покатаюсь рядом. А, не, подожди, меня оставили. Это нормально. Если только вот это не выбит чмо. Идет такой звук, как будто залупа в диване застряла. Это Мервинг, ребят. Ну вот лишь бы, блядь, посмеяться. Про говно и про жопу. Да, и залупу. Это любимые темы. В центре есть? Хорошо. Ничего себе. Ну все, давай, запускай. Один в два. Я вас побыстренькому 10-0 афо. И разойдемся, да. Не, я вот этого не хочу, на самом деле. Спасибо большое за то, что хочешь нас отовнить. Но не надо. Я сделаю это, Мир. Тебе надо взять.
Насык. Боже, какие же они эти самые. Первый мимо. И вверх, вверх надо. Ну ладно, там похуй. Там реально похуй. Это В33, да не, мне кажется, В33 на самом деле, ну он типа жесткий, но он же не там грандмастер лига и так далее, не лучший игрок в мире. Вполне возможно, что человек с никнеймом Привет, киберспортсмен, профессионально играет в Rocket League. Кто его знает? Может быть, он даже киберрожденный. Там наши ворота, Андрей. Ничего страшного. О, прям за... А, хорошо. Мне осталось 4 матча, бля, чтобы ранг получить. Мне кажется, 2 на 2 невозможно повыситься. Так это потому, что тут за тебя играет челик без ранга, мне кажется? Или тебе там наваливают что-то? Ну, мне дают иногда дивизионы, но прям вообще. Ну, это скорее всего из-за того, что за тебя играю я, у которого нет ранга. Атакер тоже хорошо играет. Да блин, атакер уже все. Атакер никому не интересен, потому что кунку порезали. Вообще, кстати, я не знаю, он что-то вроде перестал стримить, или, ну, я, может... Ну, вообще, талант у него прикольный. Очень даже. А, нам пизда, да? Да, полная. Вибишь? Да. Они мажут снова и снова. Но эти челы, походу, что-то знают про эту игру. Да. Но правда, со мной им не совладать. И тебе. Мне тоже. Никому с тобой не совладать. Вот это я понимаю, командная игра Мерв. Ладно, пока они не поняли, что мы лохи, можем это закрыть игру. Типа мы повисли. А, так у них пинг 250, знаешь? Как они вообще могут играть? Это фейк был. Походу они что-то поймут. Не-не-не, это был фейк. В этой игре важно фейковать. А вот это не фейк. Ах, сука. Вот это я зря сделал. Или вот это я зря сделал. Ну и дерьмо. А, мы оба зря это сделали все. Ну я типа от них убрал мяч, но чел среагировал. О, музычка играет. Ты едешь. Я обосрался. Я обосрался x2. Они обосрались. Еще раз они обосрались. У меня нет нитера. Мир, надо, чтобы сейчас ты не обосрался. Я без нитера. На, нахуй. Я отлупил одного, слышу, второй раг. Обосрался, обосрался. Отбил первого. У меня нет нитера, а у них надо есть. Надо тебе от стены лететь. Я не могу лететь от стены, у меня нет нитера. Да-да-да-да-да-да-да-да. Там вообще никого не было. Я попробую дальше. Будь в курсе, в центре. Не. Это было супер изи, но я не был готов. Адрюба, спасибо за... О-о-о-о-о. Извини, если неуместный вопрос, но интересно твое мнение. Смотрел ли ты стримы Гладовала Каспи, где парень голосом старика тролит? Твое мнение. Ну, если не сложно, спросил Мервинга, смотрел ли он. Еще раз извинюсь. Так. Стрим чаще. Мы со... Какая-то хуйня происходит, если двух слова. Это правда. Ты выбьешь? Отлично. Дашь? Нет. Ну и я нет. Так, сейчас я чуть позже отвечу на этот вопрос. Прочитаю, потому что не особо слушал Сарянова.
ты чё такой out of position? Ух ты. Сейф засчитали, нормально? Так, сейф есть сейф. Единственная СНГ команда на высоком уровне. Потом не экзамен. Ну и мы и перестали... Ух, блядь, мерф. Я вот так сделаю. Когда нам предлагал контракт, это общение. Но там условия... Он чё ударит? Мы отказались. Вот так и закончилось. Блин, у меня реально постоянно музыка играет. Сейчас СНГ... Так это нитро, это чел юзает. Ёбаный в рот. Блин, я пытался его отлупить. Так, это я зря так далеко уехал. Я попробую дать. Не получилось. Сейчас не получится. У них тоже не получится. Можешь в центр сразу ехать. Я уже в центре. Сейчас не будет неожиданных отскоков. Бля, Мерф, я не думал. Я не знал. Ты это говори там еще сильно, слабо, чтобы я как-то понимал, высоко, да, низко. Там было по ситуации. Понял. Ну, на самом деле, хотя я понимал, что будет сильно, но... Я там вроде и мну их немного. Но мне впадло было и говорить. Не попадаю. Но это фейк. А это подкинул. Так, Мерф. Отличная работа, Мерф. Это мимо, надо добивать будет. Добивай, Мерф. Ой, как жестко, ой, как жестко. Ты едешь. Я еду, Мерф. Мы проиграли? Сейчас. Я без нитро, но я сделаю это. Ты прав, это Мервинг! Так, сейчас, секунду, донат заехал тут. На самом деле я в вахуе. Нет, Никир, как ты раньше был в топ-10 команде Ю, единственная СНГ команда на высоком уровне, потом имеет забил, ну и мы перестали бах. Единственное, когда нам предлагали контракт за аркейд, на том слое были плохие, мы отказались, вот так закончилось все, сейчас СНГ в заднице. Очень плохо, поднимай скорее. Я вообще так смотрю, посматриваю немного Rocket League, какой-то профессиональный, и я так понял, у них иногда призовые растут даже. Это не байт на донаты, на разговор, в любом случае спасибо. Спасибо за стрим. Извини, серьезный вопрос. Интересно твое мнение. Смотрел ли ты стримы Влада Валакаса, где парень голосом старика троллит? Твое мнение, если не сложно, прости, Мерго, смотрел ли он еще раз, извиняюсь. Не смотрел. Я не любитель такого контенту. А у Мервинга обязательно спрошу сейчас. Мерв, тут очень интересуется твоим мнением. Ты смотрел стримы Влада Валакаса? Глада Валакаса, Влада Галакаса? Ну, нет, я видел на Ютубе пару моментов. На этом все. Чё там, весело, задорно? Да не знаю. Мне не нравится такой контент, поэтому я говорю, я не смотрел. Я примерно то же самое ответил. Петрушка, спасибо за ресап. Я помню, кстати, я помню твой ник. Я их не вижу. А в скобочках не вру. Есть тачки, на которых написано new, но это вроде старые тачки. Weeha is really good in Rocket League. Yeah, I know. Так, мы с... Блять, я обосрался, Мерф! Пизда, нам пизда. Ой, как мы выбиваем с тобой. Там второй чел еще в воротах стоит, рофлит. Буфон? Не, он именно рофлил стоял. Когда лол с Нексусом. Лол, а Нексус все еще в лол играет? В лолец? Пердолится. Не, он вроде соло ММ, там 24 на 7 ебашит. Ясно. Он нам пизда. Не, все в порядке.
Бля, я говорю, это чел рофлит этот, который на ка у него ник. Да они, по-моему, все рофлят. Ты видишь, что он делает? Он просто прыгает. Ну, может, это его стиль игры, откуда ты знаешь. Не стоит может, у него судить по обложке. Есть на компа. Блять, вот это, если это было бы целенаправленно, очень жестко было бы. Целенаправленно сурвинить? Да нет, смотри, я подбил тебе, чтобы ты выше дал. Идеально. Мне бустяка нужна. Не, ну это даже неинтересно, он играет. А, ебать, он начал играть. Что тебе, блядь, неинтересно до сих пор? Ну я тоже. Только я зарофлил. Ты смотри, что бля, делает. Бля, он реально, походу, начал играть, Саш. Ну, по-моему, пока что еще ему насрать. Я к потолку прилип. Смотри, он рамсит. Оп. Тут возьмет. Может, они нам фору дают? Я не знаю, что они нам дают, но пока что у меня ничего не получается из задуманного. Бля, он реально рофлер. Может, это твои зрители, они нам сливают игру? Так, нельзя, нас же забанят. Мы же про Quake ничего не говорим. Да. Блин, ну сейчас, конечно, как какой-то уёбок, но вроде попал, забил, все получилось. Не, слышь, походу, он просто не умеет. Смотри, что они делают. Да они просто уёбки, Меров. Мне кажется, то, что он там водил, что-то это просто получилось так. Быдло. Может, это боты, которые левел качают? Может быть, боты, да, которые качают левел. Это бот, который пиздит тебя. О, боты плюс чат. Я обосрался. Походу, боты плюс к нам ворота. Неоднократно обосрался. Вымер. Ага. Бля, он не АФК. А ты? Я охранник ворот. Давай, сбивай охранник. Или как-нибудь вот что-нибудь такое надо я делать. Я его забил. Это зрители бота Дреда. Да, это зрители Дреда боты. Плюс. XD. Боты, которые набивают зрителей. Невероятно. Все, наконец-то мне написал ID Software на русском языке, что GovQuake я создал. Кажется, можно мерф теперь. Если что, у нас есть отмазка. Кстати, интересно, а если в натуре вот наруш... Что? Да, я гоню. Я не понял, что ты сказал. Да я... Забей, это такой тонкий, тупой рофл, если честно. Но я подробнее объясню. Значит, занатил человек с ником ID Software и написал, что GovQuake я создал. Ты, короче, очень тихо стал говорить, почему-то. Этот диалог, в принципе, начинался так себе, блять. И... Ладно. Давай я. Давай ты. Давай я. Он нам пизда.
Да, он забил реально. Отличная работа. Все, Мерф, я не еду, я устал. Зато я взлетаю. Не, я плохо взлетаю очень. Блин, зачем он другнет мне? О, найс. Лол, у тебя и на ворота залетел. Так мы проебали. Да. Даже сейчас еще рофлер перестанет рофлить. И тут он вылетел. И такой... Пш, естественно, вместе с Мерзгом бьем. Как и всегда. Вообще ложил под конец. Че, держим мяч? Да-да-да. Ой, блядь, заруинил. Сколько тебе до ранга? Немного. Два матча осталось. Надо добить. Надо побыстрее. Смотри, у них еще серебро, может они дебустеры? Вообще похоже на то. Только зачем это нужно в этой игре? Не очень понятно, Мерф. Не очень. Какого хуя? Слушай, Мерф, а мы в Доту будем... Ой, в Доту. В CS будем играть сегодня? Знаю, ща. 5 AM до 11 AM. Чё? Ой, меня выкинуло с форума. Очень жаль. Скажи, как игра начнется. Игра грузится. Всё. Всё. Начали, Мерф. Ой, блядь, ты же сейчас, наверное... Бэт, логин или паспорт? Пизду, короче. Ты почему с первым респауном? Блять, ну ты заеб... Да как у нас одинаковый респ? У нас же когда одинаковый респ, ты ездишь сюда, Мерпс. Я не видел, я в Альтабе был. Мерпс, ну поуважительно. Я пытаюсь зайти на форум. Мерпс, ну ты... Поиграй. О, вот это было жестко. Если бы у меня, правда, еще нитро было бы. Так они и сдались. Я-я-я. Ты-ты-ты. Я-я-я. Блин, он заблочен. Я-я, Мерпс. Доверие, однако. Блять, ну и дерьмо. У меня нет нитро, у меня нет ничего, только вот это. Ой, давай ты прыжок не нажался. Нам, кстати, надо бы забить. Эть, бывает. Я пошел дальше, попробую скинуть легончика. Там сильно очень будет, я не успею, да. Ух ты, блядь. Выеби. Я, кстати, не придумал, что сделать дальше, поэтому я просто оставил мяч. Оу, я. Сиган Иган. Мервинг Сиган Иган. Да меня забанили, что ли?
Ну нет, в клиент я же зашел. Это еще реально. Все, я на продолжение. Я дам. Меня еще должен. Так. А, я не рядом. А что-то сможешь придумать с этим? Нет? Окей. О, они обосрались, по-моему. Давай, Мир, тебе чуть-чуть. Вот так вот. Ай, блядь, немного перекинул. По-моему, это ворота чуть-чуть. Он почти засел. Да, чувак, что это такое? Не, ну ладно, это мы проиграли, кажется. За 2 минуты, мне кажется, мы три не забьем. Не заходит нас на форум у них. Да, зачем тебе зайти на форум? Вот ты мне вот что скажи. Что за мания форумная? Там было написано, что продлен мейнтейн сервера. Ну хорошо, зачем тебе форум? Ты можешь в Твиттере также посмотреть, и там, скорее всего, все написано. В Твиттере, скорее всего, это написано. В Твиттере, скорее всего, у них написано, до скольки. Ты что, блин, в Твиттер к ним заходить? Да, мне кажется, это проще, чем на форум. Да не, если без шуток, то вряд ли у них в Твиттере написано. Не знаю. Отличная работа, Мерф. Ну давай, раз так интересно тебе, я сейчас прям возьму и зайду и посмотрю. Ой, я ебал их форум. У тебя первый спаун, у тебя первый спаун. Это, кстати, хорошо. Они нас рекят как собак. Точно тебя, точнее. Так, зашел? Ретвит, ретвит. Нет, там у них не написано. Ну нет у них новости. Мерф, ну какая разница? 11 плюс 7, это 18, да? 11 плюс 7, насколько я знаю, да, 18. Ну, то есть в 6 часов вечера должен заработать этот... Сейчас сколько? Он не заработает, я уверен. Что мне подскажешь, что 6 часов 7 уже к минимуму. Да, Мир, такое ощущение, что... Как же ты плох. Что ты АФК? Реально почти 7 уже. И это тоже ворот нам летит, естественно. Выбьешь? Ну вообще я выбивал, кстати. Но он на нитро ехал. Короче, чувак, я не знаю. Но это все, это поражение. Я пишу форфейт. Да в смысле? Мне стыдно с тобой играть. Расслабься, Челикс. Едь на розыгрыш лучше. Зачем ты бьешь свои ворота? Какие ворота? Синенькие. Бжж, бам. Ты винер? Вот, ты мне... Вот а, смотри, стоят, ты... Как кто-то выбит мяч. Чувак, ты у меня забрал сейчас баунти руну и подъехал вместе ко мне, когда я... Когда я, блядь... Какой нахуй баунти руну? Короче, руинер. Реально, я стою там, выбиваю этот, блядь, приезжает, забирают баунтос у меня, значит... Ясно. Ты без фласки идешь на мид, да? Я просто отъеду. Ладно, шучу. Ура! Реализовал баунтос. Мерф, а мы будем играть в CSGO сегодня? Да. Ну, сами напиши... или против АП? Напиши друзьям своим. Вообще, в качестве исключения, конечно, можно и матчмейкинг пробовать сыграть, но я не уверен, что это закончится чем-то хорошим. Ты на вопрос не ответь. Я же ФК встал. Проверить замышленным ли микро. Я тебе ответил на вопрос. Я говорю... Ты просто ММ хочешь или против АП опять? Так я тебе и старался ответить.
Я не знаю. Типа, можно, в принципе, и сами поиграть. Ну, если они будут, то, естественно, 5 лет... Сами мы 10 лил невероятно маловероятно. Да, я о чем и говорю. Поэтому, типа, подозреваю, что можно и самим поиграть попробовать. Опять же, у меня хотя бы теперь есть премиум аккаунт. Возможно, все будет не так плохо. А, ну это смотри, вот эти вот играют они, значит, своих этих приставок с PlayStation вонючих. Мне один матч остался еще, Мерв. Ой, наконец-то. Ну, вообще, по-хорошему... Меня что-то заебала эта игра. Мне в КСике нужно поднабрать ранг, чтобы мы могли, типа, играть вдвоем, там, втроем, например. Потому что, кроме того, что мне немного не по себе, когда из-за меня не может стартануть матч, как бы из-за того, что... Берни Сландерс и Берни Сландерс 2. Езжай. Так все, нам пизда. Блин, я все, я блюю. Подожди, у меня тут монитор во все стороны. Вон толстый хотел забрать. О, смотри, 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 смотри. Смотришь? Хорошо. Что ты делаешь? Не знаю, я на дисморали, блядь, после прошлой игры. О, так это мой, смотри, смотри, смотри. Ну чё ты подставился? Ты ещё и застилил, молодец. Я не виноват. Я выбью, я выбью. Доверься мне. Спасибо. Конечно, ебать. Почему я это смотрю? На, сука. Сейчас, 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 я не полечу. А вот туда, на, сука. Не, не успел. Уже не делают извини. Бля, у них машины даже как у пидоров. О, найс. Я мог бы, но ладно. Ой, я вот этот возьму. Блин, немножко не попал. Немножко попал, Мерв. Тот-то же. Отлично, отлично. Только я без нитро, но с характером. Все, в общем, дальше сам игра. Я поехал болтоса собирать. Нет, подожди, 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 подожди. Нерв горячо. Выбиваю. Ты, кстати, замутился, мне кажется, Берб. Возьмешь, не возьмешь? Нет, меня протаранил Берни Слендерс. Они зафакапились. Блин, как же я его трогаю. Если бы за каждое касание мяча что-то давали бы. Мир, давай, оставил тебя. А, я чат что-то пишет. Ёб твою мать. Там личное сообщение какое-то написано. Не, личное сообщение надо читать. Двойной удар знаменитый. Я попробую. Я попробовал. Ничего страшного, Мерв. Все в порядке. Так, хорошо, Мерв. Немного бустяки есть. Знаменитый тройной удар. Не хватило. Надеюсь, они сдадутся, и эта игра закончится. Да.
я так, по-инвалидскому немного. Не, я слышу твой энтузиазм, конечно, с этого всего. Я сбиваю. Я на, понимаю, сука! Как спасибо сказать? Готов, Мерв? Нет, не готов, сам был. Выбей плески. Не получилось. Я попробую. Оп-оп! Мерв, мы проиграли, ГГ. Надо держать. Наконец-то это закончилось. Так, ну что же мне дали? Надеюсь, бронзу один. Ну, естественно, блядь, серебро. Хорошо, 3. Хорошо. Ну, кто как играет, тот то и зарабатывает. Я не знаю, что вообще спрашиваешь, думаешь. Так, что ж, дорогие друзья, пока трехминутная рекламная пауза. Также большое спасибо нам все ясно. Firefrog, Dartsman, Днепр, Antoio, Moonwell, Visio TV. Спасибо за подписки, ребят, за переподписки. А теперь рекламная пауза. Что делать дальше, я не знаю. Пока что схожу в туалет. Вот, решено. Я тоже. Тест. Да кого хуй не вырубается? Алло. 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 Собственно говоря, дорогие друзья, вернулся, но, честно говоря, идей каких-то не появилось. Вероятно, можно поиграть в КСик, можно поиграть в... Даже не знаю, честно говоря. Вообще, вероятно, скоро буду просто заканчивать стрим, потому что что-то как-то тяжко, тяжко, тяжко идет. Вот эта вот сонливость, джетлаг, я прям чувствую. Я прям чувствую, что все не так. Организм работает по-другому совершенно. Не в норме. В любом случае, я сегодня хотел такой ознакомительный стрим и так далее. Ну, может быть, наверное, единственное исключение, если мы соберем какой-нибудь КСик поиграть, там, не знаю, 5 на 5, 2 на 2, 3 на 3, или просто матчмейкинг попробовать. Может быть, все немножко подольше будет, а так вряд ли сегодня будет долгий стретч. Так, если играть в CSGO, то нам, я так понял, нужны 5 человек, да? Я бы с радостью попробовал бы собрать 5 человек, но это нужно... Алло.
Опа, Мерв, здорово. Я. Что делаем? 80% на Dishonored 2. Так, это что такое? Скидка, скорее всего. А, написано 80%, открываешь там 50%. Так скидки работают. Короче, насчет Battlegrounds, я без стрима его попробую разочек, чтобы не тупить с загрузками, с управлением и так далее. Подготовлюсь немного, потом как-нибудь заиграем, поиграем. Короче, Мерф, у меня на самом деле единственное предложение поиграть в КСик. Больше ничего, что-то не хочется. Что ты думаешь по этому поводу? Что ты говоришь еще раз? В КСик поиграть. Можно? Да я все сижу, это пытаюсь как-то по-русски попасть на сервер. Ой, на форум. Слушай, а мы сможем вместе с тобой играть? Прям так, Вряд ли. начать и поехать. Вряд ли. Вряд ли, да? И что делать? Сколько нам народу Смотри. нужно? Привет. Вы будете сегодня КС? Отлично, я ждал, что ты сделаешь. Найс. Правда, они сейчас в игре. И, возможно, это один из тех моментов, когда человек отвлечется и сдохнет из-за этого. Это, да, это плохо. Я пока одиноко посижу в лобби. И, Ты пожалуй, думаешь, даже что это постримлю. GTA 5 запустится? Там мне что-то впадло, на самом деле, не впадло в Battlegrounds, мне впадло в GTA какие-то новые GTA 5 игры. это как раз та игра, которую ты просто запустил, и можешь даже просто бегать, ничего не делать. И Не, получать не, это не, 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 удовольствие. не, 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 это не так работает. Потому что, типа, знаешь, а на какую эту кнопку? На какую эту? А, это так, да, это так, В смысле, и просто все. зашел и бегаешь. А как бегать? На какую кнопку? Видишь, блядь, уже вопрос есть. Че, тролль? Так, как это работает? Мне написано, что ты меня пригласил в лобби. О, ты петух серьезный. Подбор игр для Prime предпочитать. Искать только Prime матч. Да, только Prime матч, естественно. Да мы не сможем в любом случае завести. Ну попробуй. А, я должен Так ты пробовать. лидер лобби. Начать. Да, слышишь, забустился ранг. Он есть психоделик. Можно там кого-то еще, наверное, позвать. Хотя, секундочку. Предположим, что мы такие приглашаем друга поиграть с нами, а у него глобал. И мы играем против глобалов. Я правильно понял? Ну нет, там орлы будут или суприма. Я Но орлы, скорее всего, не пшеничкой, как хот... у меня. Может. Что-то как-то... Блин, может реально попробовать Battlegrounds? Может быть Ты реально... можешь пойти в Battlegrounds. Можем пойти в GTA, что хочешь. Кидануть тебя, может, Battlegrounds попробовать. Сейчас я попробую зайти, посмотрю, если там этот интерфейс приятный, то, возможно, попробуем. Ладно, я пока удаляю КС. Да, давай. В Overwatch можем. Да, спасибо. Ладно, я пока посмотрю, какие деки можно собрать в новом патче. Вообще, я видел нормальную деку на приста. Не помню, я тебе... Не, не тебе это рассказывал. Ты, короче, обузишь раскопки, и у тебя анимация быстрая, у врага длинная. Из-за этого враг не успевает походить, и ты выигрываешь все матчи. Потому что он просто не может походить. Подожди, мне нужно купить что-то. Бля, мне нужно ее купить еще, чтобы играть. Боже, как же сложно. Так, сейчас, секундочку, я
Коксу, с Коксом пообщаемся. Ладно, Мерф, что тогда, давай, до скорого. Давай. Все, давай, счастливо. Если Кайсик будет, говори, но я не уверен, как ты, буду жить, не буду. Все, давай, счастливо. Так, и в конференцию прыгаем. Город падает, три бича. Алло, привет, ребят. Алло, о, здорово, да. Андрюх. Здорово, как Егор. Дела? Нормально, как ты? Ты классный, ты классный. Да, да не, я, у меня все отлично тоже. Хорошо. Мы выиграли только что, понимаешь, уже... У нас, правда, катку, ну, типа, идет, но она обычно короткая, там, 10-15. Ну, мы можем ливнуть, на самом деле. Не-не-не, вы играйте. Кокс, у меня просто проблема. Мне говорят, что у меня закончился этот... Лицензия? Лицензия, да. Игра что-то... Бета-версия закончилась. Да, полный доступ. И мне нужно... Она вышла в полный доступ, тебе надо купить. Понял. За 890 рублей. Хорошо. Андрюх, если у тебя нет денег, я могу тебе подкинуть. Нет, спасибо. Мы можем скинуться, да. Спасибо, я попробую сейчас по сусекам поскрести там что-нибудь, может быть. Да, хорошо, что ты пришел, а то так скучно было, вообще пипец. Ну, кекс он такой, да. Просто... Да. Он грузит постоянно, он как начнет орать, там, стреляй, не стреляй. Ты после Китая, что ли, там, Андрей, или живой, или что там? Да, да я сегодня проснулся рано очень, поэтому меня несколько сплавляет. Но хорошее настроение, оно так плавит. А ты в Доту играл до этого? В Доту и в Рокет Лигу. Ну, конечно, такие замечательные игры, они всегда настроение поднимают. Так, а Кекс, мы... Как самолет справа налево летел, да? Да, я... Поехали на военную базу опять. А, ты бы видел, что у меня на экране происходит? Я вообще не понимаю, что делается. Я еду с тобой в этом баге, но я уже перестал удивляться чему-либо. Мне кажется, это все равно, что реально со Стиви Вандером, блядь, ехать. Ну что это? Это, ребят, я дико извиняюсь, а можно как-то не скачивать игру заново, а просто теперь путь указать? Теперь как будто с мистером Бином. Ну там не очень много, Андрей, но, по-моему, нельзя не скачивать. Ладно. Хотя, по-моему, у меня первый раз не качалась. Может обновиться она, но не факт. Ну сейчас я попробую, почему бы и нет. Выделение места. Я перекачивал точно, но у меня новые жесткие диски, так что. SSD-шники? Ах, рук появился. Нет, но... Следователи SSD-шники не волнуют. Да, они только жесткие обычные забирают. Понял. Такие, чтобы за место бутылок. Блин, и там едут опять в Северный в этот, смотри. Опять аналогичная ситуация, все туда едут. Нам Илья надо... Так, ладно, этот... ладно, карта слишком, да, для Северного. Нет, стоп, а почему мы не едем в Сосновку? Ты куда поехал? Нахуй тебе этот Северный? Потому что он летел с Липовки около Сосновки. Я просто не стал перебивать тебя. А, мне казалось, он через мульт улетел, сорян. Он как бы с Липовки вниз летел. Поехали в Георга... В Джорджполь, блядь. Джорджполь? Где... А, давай, согласен. Там оттуда мы можем еще в круг попасть нормально. Как Китай, Андрюх? Воняет. По-прежнему. Так ты бы садился подальше от инмейт. Ладно, я еще инмейт клевый. XDDDM. Не, нормальный тут. Так, тут машина нормальная. Блин, что-то я прям токсичный какой-то сегодня, надо срочно перестать. Это потому что ты, Кекс, сказал мне быть как русский лирик, и я уже не могу снова встать на дорогу адекватности. А ты, кстати, вот это слово токсичность, ты на стриме лирика где-то услышал? Ну, очевидно, что где-то да услышал. Вряд ли я смог придумать сам слово. А кто, кстати, придумал? Отличное слово. Ну, вот он не говорит, видишь. В РУ-сегмент вообще... слово MLG и вот это токсичность. Не-не-не, это американский оборот. Я еще в старых фильмах видел, там, типа, you are so toxic, когда люди говорят друг другу. То есть это как у нас, типа, ну, вонючий, например, ядовитый сказать. Ну, то есть... Да, ну, ядовитыми людей редко называют. Ну, какая-нибудь там вонючка, там, типа, такого. Машина тут есть, если что, на обратном. Так, а там... любишь лутать контейнеры? Я? Короче, да, тебе предстоит это сейчас сделать. Я готов на все. Так, у меня вроде качается. Ну, тут лежит... Отлично.
Там есть... вообще немного, по идее. Да, ну, Андрей. Там, да, 9 да. гигабайт всего. Слушай, тут, короче, лут только прогрузился. Это, знаешь что, это очень хорошая новость. Блин, очень реально хороший. Контейнеры, чувак, реально контейнеры. На контейнеров еще лут есть. То есть, если у тебя предоставится возможность наверх забраться, то прыгай. Это, там, кстати, говорили то, что этот, то, что много вооружений там, и так далее, там подобное. Я что-то стримчики смотрел, там вроде калаш и эмка. 6 стволов забей вообще. То есть, не, ну... 6 и еще снайперка, которая только в ящик. Понял. Ну, Илья, как обычно, такое немного. Ну, тут в итоге 2 эмки, 1 калаш, дробовики, полуавтоматическая снайперская винтовка и где-то 3 просто снайперских. Ага. Но я лично для себя... Не, ну... Типа то, что снайперские тут ваншотят только в голову. То есть они ваншотнутся. Я понял, о чем говорит Кекс, но если ты какой-то сумасшедший, который собирается бегать с дробовиками, там, знаешь, такого типа. Ага. Не, ну с дробовиками в такой игре бегать, нет, конечно. Тут, конечно, больше стволов. Да, конечно, как полухизи. Тут вначале бывают дробовики выносят по 10 человек вперед ногами. Понял. Ну да, но не всегда же. Вот когда Илью никто не спрашивает, он хвалит, как бы, обычно. А когда его кто-нибудь что-нибудь спрашивает, он, как бы, в своей натуре обязательно хочет это немного принизить. Что? Ты же её хвалил, я, между прочим, сижу на этом... Блядь. Стреляй! Блядь. Иду к тебе. Выползай оттуда! Меня сейчас добьет. Все, это конец. Блин, говорил же, лутай контейнеры, куда ты убежал? Ну, я побежал в дома, мне надоели контейнеры. Нихера себе! Нихера меня трясет, когда по мне попадает. Он и тебя размотал. Ну, после победы должен был быть такой, это очевидно. Должен, да, согласен. Я просто еще, знаешь, из-за чего отвлекся? Потому что ты начал меня обсуждать на своем стриме, как будто меня здесь нет. Типа, вот он там, а здесь. Я же никогда про тебя ничего не говорю на стримах. Я такими вещами не занимаюсь. Я не обсуждаю твой характер. Давай я тоже скажу что-нибудь про тебя. Ты типа такой, вот, ну ладно, я не буду. Я тоже могу. Нет, здесь... зачем же? Я не буду обсуждать. Давай про Андрея лучше выговориться. А я считаю, что лучше выговориться, потому что это же будет как-то накипать, и может быть обрушиться в самый неподходящий момент. Лучше. Нет, я считаю, что лучше пусть это будет через 2-3 часа, когда нас убьют из-за одного из нас, допустим. И тогда все и обрушится, и вывалится. Ну ладно. Андрей, ты скоро? Мы закончили. Я... Не, вы еще одну играете, у меня 18 минут еще. Преимущество, правильно? Я не знаю, это не ко мне вопрос. Ну, очевидно, он к Кексу. Но Кекс, я просто... если мы играем втроем, то весь сервер будет играть втроем? Или будут люди с четырьмя? Нет, нет. Да, нет, вчетвером. Но там психоделик есть, если никого не будет. Короче, ладно, гайс. Я пока пошел со зрилами тогда общаться. Я через 15 минут буду, как скачается. Вы там пока еще играйте. Давайте. Да, я решил устроить небольшое... Ну, не... Просто вопрос-ответ. Если вдруг за вот это вот продолжительное время, когда у меня не было, какие-то появились вопросы, то можете сейчас смело задавать, писать в чай. Я постараюсь поотвечать на них. Но, может быть, ничего не получится. Вот, а так, сейчас, скорее всего, вот, поиграем в Battlegrounds, а потом спать. Не очень будет долгий стрим, точно. Так, что это за клип такой интересный? Нет, блядь, играет в Доту, не будет. Ну ладно. Как в Китае, не отравился? Нет, вроде не отравился. Жрачка там, конечно, очень своеобразная. К ней нужно привыкать. Нет, Дак определенно не лучший турнир, как он был, если это серьезный вопрос. Но он в целом был норм. Я просто сравниваю его с прошлым Даком, на котором был в команде Ашер. Этот, ну, небо и земля просто. Тебя Дота уже блевать тянет, да всех блевать тянет, Дота стала полной помойкой, ты сам в каждой игре это говоришь, мы бы все-таки попробуешь лишку. Мы бы все-таки лишку там рядом, лишку попробуем. Нет, спасибо. Мне кажется, это такая же помойка, если честно.
Как ты относишься к теории Большого Взрыва? Я недавно, кстати, хотел посмотреть, там где-то пару сезонов, наверное, последних не видел. Так-то вроде забавно. Насколько сильно залипаешь от 1 до 10? На, не знаю, на 6 или на 7, наверное, где-то так. Так, ребят, кажется, пока что у нас закончилась рубрика «Вопрос-ответ», потому что надо подхаваться немного. Скоро вернусь. Так, 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 дорогие друзья, все, я вернулся, я готов отвечать на серьезные вопросы, если такие еще есть, кстати. Кстати говоря. Ну, а тем временем, конечно же, стоит напомнить, что kurs.com/dreadstv самая лучшая программа в мире, на которую обязательно стоит подписаться, скачать, установить, загрузить, разумеется, все бесплатно, без регистрации. Хотя, секундочку, с регистрацией. Да, и, возможно, донат мне какой-то есть. Но вы поняли, о чем я. Когда ТТТ. Это самый лучший вопрос. Очень редко слышу его. Когда ТТТ. Сейчас я тебе скажу, значит. Знаешь, когда ТТТ будет? Секундочку, я открою календарь. Так, значит, что у нас сегодня? 7 число, 7 апреля. Значит, перелистываем следующий месяц. А, подожди, или... Да, перелистываем на следующий месяц. Май. ТТТ. ТТТ будет...
9 мая. Вот так вот. Ну ладно, или 8-го. Ну как бы вот. Когда стрим с вебкой. Так, со секундочку открываю календарь. Значит, смотрим 2018-2019. Нет, пока свободного времени, к сожалению, не будет для вебки, но обязательно когда-нибудь. А я не думаю, что я буду стримить с вебкой из дома. Скорее всего, если появится какая-то студия или что-нибудь такое, то может быть... Точнее, не может быть, а скорее всего, как минимум проэкспериментирую стримы с вебкой. Или хотя бы там на часик, на два врублю или что-нибудь вот такое. Но, как бы, извините. Когда твой смайл с 4 квадратов, как сейчас модно. Да не нужен он. Мне кажется, это только если делать нечего. Смайликов идей нету. Так-то, по идее, можно... Ну, есть, были какие-то идеи. Хорошая шутка про лицо и вебку. Отправляется, естественно, в зачет. Отличная работа. И, уважаемые сабскрайберы, зрители, я бы на вашем месте поаплодировал этому человеку. Написал бы, так сказать, в чатике поздравления искренне, потому что действительно шутка удалась. Отличная работа. Так, мы запомнили, клипы сделали, черепахи это не забудут. Хорошо, все. Блин, а что если пройдет реально пару лет, и как бы вот уже с вебкой надо стримить? Ну и дерьмо. Насчет шоу, а вот шоу, кстати, вот шоу, в принципе, там планируется оно. Ну, опять же, вопрос отвечает на когда что-то. Мне кажется, с моей стороны уже... Точнее, моей стороне доверия нет уже, потому что постоянно все по времени просирается. Но вообще планируется, планируется. Буду опять так же отвечать как бы вопросом на вопрос. Где КТАП? КТАП работает. КТАП все хорошо. КТАП чинит лазеры, различные технические приспособления. Мастер на все руки КТАП. Я, кстати, не знаю, надо будет КТАПа позвать в Квачеллу поиграть, если она, конечно, выйдет когда-нибудь. Лирик до сих пор без вебки стримит, хз, что ему надо. Чё, кому надо? Да мне кажется, он тоже регулярно выслушивает подобные вопросы. Чё, Лирик, когда с вебки стрим? Лирик, бери 50 паков FS, открывай. Я не хочу. Почему-то каждый раз, когда выходит новое обновление в Хардстоне, я посматриваю, что там происходит, но покупать паки, там что-то это... Рваться, так сказать, быстрее всех. Собирать колоды вообще неинтересно. Я, скорее всего, наверное, только через месяцок в хаесик-то зайду. Или, может быть, зайду аренку сыграть. Потому что не хочу донатить. Когда следующий стрим? Так, открываю календарь. Значит, 7-е, 8-е число. Кстати, а может завтра? А может быть и завтра, и послезавтра. Ну, вполне вероятно, между прочим, что завтра тоже будет. Биг Дик, я на самом деле не уверен, что эту информацию можно разглашать. Исключительно сейчас Quake доступен для бета-тестеров. И просили разработчики всех бета-тестеров не разглашать никакую информацию. Поэтому, наверное, я все-таки не буду этого делать. Кидай свой IP в чат быстрее, там как встало мерв. Но как мы играть тогда будем? Не, я не обиделся. Firefrog. Вероятно, если бы я обиделся, я бы просто проигнорировал сообщение и дал бы бан, что-нибудь такое, наверное. Я просто очень плавленый. Я попытался отшутиться, зарофлить, но на самом деле получилось так себе. Тем временем, кстати, 5 минут осталось до скачивания Battle Royale. Battle...
Grounds, да. Не знаю, ожидания на самом деле достаточно высокие от этой игры, потому что я вижу, что много народу, как правило, во френд-листе заходят, в нее играют. Много народу стримит, много смотрит. То есть вполне вероятно, что игра норм. Ну, сейчас посмотрим, сейчас проверим. Когда герой не уверен, не скоро, скорее всего. Когда генералы, наверное, никогда, потому что у меня закрыты порты MTV. И ничего не сделать с этим. Даже если ты скажешь, что ты знаешь, как их открыть, то все равно ничего с этим не сделать. У меня порты закрыты. Нужно принять это. Брать Кваку. Про слово «брать» тут ничего нет. Единственное, что вы можете сделать, это написать... Ну, в общем, зайти на сайт, записаться в бета-тестеры. Вам, возможно, вышлет ключ, возможно, нет. И поиграть. Но по мне так игра стоящая. На самом деле, игра как DayZ из бета не выйдет никогда. Ну, кто его знает. На мажор поедешь. А я, кстати, тоже не знаю, возможно ли разглашать эту информацию или нет. Но как многие, наверное, догадались сейчас, что если что-то, я думаю, разглашать или нет, то, наверное... Я ничего никому не говорил. Что с инетом? Игра топ, можно порофлить, пофанить. Слушай, заходит, чем хизи. Ну вот сейчас проверим. Сейчас и проверим. Сколько еще качать? 4 минуты, 8 секунд, 7 секунд, 6 секунд. 5 секунд. 4. Будешь на стримфесте? Да. Буду на стримфесте. Не помню, когда он там, 13-го, что ли, числа? Или что-то подобное. Я, правда, не уверен, сколько я там буду, что я там буду делать. Информации мало, опять же. Даже у меня. Но, как факт, я там буду. Когда Пое. Следующая лига откроется где-то месяца через 2 или 3. Но стримить Пое я, вероятно, не буду. Ванкиш, а ты что-то чатом не пользуешься? Все приватное перешептывание. На какой последний фильм ходил? 50 оттенков серого 2. Очень хорошая комедия, мне понравилась. Это реально, наверное, за последнее время самый смешной фильм, который я видел. Что кушать после стрима будешь? Буду кушать гречку с курицей. Потому что последнее время перестал заниматься спортом. Где-то месяц-полтора, наверное, нихера не делал. И сейчас нужно восстанавливать, так сказать, форму. Опять пойду, наверное, играть в теннис, ребят. Может быть, в скором времени на каком-то большом турнире, на крупном турнире увидите... Как Андрей Голубев выступает, так сказать, защищает цвета флага, хотя я не уверен, что там есть национальные соревнования, но это такое. Не, Ванфиш, ну сейчас бы я и там прочитал бы в любом случае. Герычи. Блин, не. Героев не хочется совсем. Так, кстати, в БГ при Альфером, в скобочках мне, стримером и предзаказавшим давали ящик со шмотками, который я продал за 75 рубас. Че, отличные новости, я тебя поздравляю с этим. Неплохо сделали. Ты все горишь с этого фильма? Да я никогда не остыну, скорее всего. В настольной? Не, в большой. Когда лез с Жоржем. А че ты, блин, мы же с Жораном... Не так давно виделись, что-то обсуждали, думаю, да, надо в лес поиграть, да, надо, и все, как бы. Так бывает иногда. Не, насчет Dark Souls 3 точно
Точно как ГВП, но урья. Так, ладно, в общем, наверное, на этом мы закончим. Дальше еще можно не читать месяц-полтора чат. И к ребятам в скайп ворвусь, потому что осталось 30 секунд скачивания. И будем уже вместе весело и задорно играть в Battlegrounds. Опять же, интересно посмотреть, что за игра. Достаточно высокие, так сказать, к ней... Как это называется? Слово. Высокие... Ожидание, да, ожидание. Блин, как же плавит. Так, ладно, все, 3, 2, 1, go. Давал на 50 тысяч я сам случайно рекламнул, это говно, а потом очень все, типа, стыдился. Он какие-то я гарантии здесь. Дал. Ну да, а там много подводных камней, это... Это рекламировать такое, как бы это тяжело. Вот это именно каждый должен сам залезть и разобраться. Вот я типа залез, и там чувак мне 40 профита сделал на самом деле. Вот, и я в тот момент поэтому на этой волне и подумал такой, типа, может, договорничок какой-то. Ну, справедливости ради, я никогда ни на какие дворники не ставил, не верил никогда. Я тоже. Ну, как бы. Не, я ставил, не играл. Но я не покупал, там, типа, шло от, собственно, участников договорника информация. Но это не, я не про историю. Коэффициент какой с был. С участником одного из людей, который сидит сейчас в конференции, я про другое. Это с хоккеем было связано. Но вон эти же сингапурцы...